Жители четырех регионов Уральского федерального округа сегодня остались без связи из-за хакерской атаки на компанию «Мотив». Каковы последствия сбоя и будут ли компенсированы неудобства? Капсула времени. Ценные экспонаты хранятся в музее-заповеднике Горно-Заводской Урал. Что зашифровано в посланиях и когда их тайны будут раскрыты? Волейбольный сезон в Нижнем Тагиле стартовал. Накануне уралочка НТМК сразилась с челябинским «Метаром». Кому удалось порадовать фанатов? Здравствуйте! В эфире Тагил ТВ. Итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Валерия Доброва, готовы рассказать о главных событиях среды. Сегодня около 5 часов утра в результате дорожно-транспортного происшествия под колесами автомобиля погиб 33-летний мужчина. Об обстоятельствах случившегося сообщил прибывший на место сотрудник ГИБДД. Водитель автомобиля ВАЗ-2115, двигаясь по улице Победы возле дома 48, допустил наезд на пешехода, лежащего на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте. Из пояснений водителя следует, он двигался со стороны Выи на Красный Камень со скоростью 55 км в час. За мостом через реку Тагил увидел на проезжей части что-то лежит. Попытка объехать препятствие оказалась безуспешной. Санврачи закрыли пищеблок 9-й школы в Нижнем Тагиле. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, начиная с конца прошлой недели и до сегодняшнего дня, 11 учеников этого образовательного учреждения обратились в больницу за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. В этой связи специалисты ведомства провели проверку школьной столовой, взяли отбор проб продукции и материала заболевших. Последние показали наличие норовируса второго типа и ротавирусов. Кроме того, на пищеблоке не соблюдались сроки хранения и реализации продуктов, нарушались правила маркировки и хранения оборудования и инвентаря. В образовательном учреждении проведена дезинфекция. Сейчас школа номер 9 работает по сокращенному дню. Деятельность пищеблока запрещена. Виновные будут привлечены к ответственности, отметили в Роспотребнадзоре. Хакерская атака вывела из строя техническую систему компании «Мотив». В результате без связи сегодня утром остались сотни абонентов. Правда, не на всех сим-картах отказали функции мобильного интернета и связи. Неполадки, отмечают специалисты, начались в 4 утра по местному времени. Абонент временно недоступен. Репортаж Натальи Филимоновой. Как раньше жили и справлялись без телефонов и интернета? Как только солнце встало, этим вопросом задались многие абоненты компании «Мотив». Сегодняшнее утро многие окрестили апокалипсисом. Связано это прежде всего с тем, что гаджеты очень плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Проверить почту, уточнить прогноз погоды, поинтересоваться у ребенка, добрался ли он до школы. Эти функции в один миг стали недоступны. Тимур по традиции звонит родителям каждое утро, рассказывает мужчина. Но сегодня привычный уклад жизни резко поменялся. Телефон никак не находил сеть. Я перезагружал телефон, не знаю, 15-20 раз. С телефоном все нормально, просто сети не было. У Андрея тоже не было сети, но его это не огорчило. Спасли дополнительные сим-карты других компаний. Но у меня 2 сим-карты. А, то есть вы и так вышли, да, из этой ситуации? Да, конечно. Перебои с сотовой связью ощутили абоненты «Мотив» по всему региону, но не все. Уже ближе к обеду связь начала возобновляться. Где-то в 12 часов дня эта проблема была локализована, появилась сеть GSM, и после этого началось, так сказать, включение сети уже передачи данных 4G. Сейчас работают все фрагменты сети. Проблема была, поскольку, еще раз говорю, проблема была на ядре, соответственно, это коснулось всех регионов нашего присутствия, во всех 4 регионах, где работает компания, это Свердловская область, Курганская, Ихмау и Нау. То есть проблемы были везде. Но, правда, коснулось это не всех абонентов. То есть это мы уже вот постфактум выясняли, что участие абонентов со связью было все нормально. Ну, то есть, по крайней мере, судя по нагрузке, которая была на сети, некоторые абоненты даже не заметили этой проблемы. В Нижнем Тагиле тоже были счастливчики, которым не пришлось нервно десятки раз перезагружать мобильный телефон. Все в порядке. Все в порядке. Все время сеть была. Да. Мы, в принципе, не пользовались особо сегодня, поэтому... Всех абонентов «Мотива», оставшихся без связи, ждет компенсация. Пока в компании решают, какая именно. Для этого еще предстоит выяснить, сколько абонентов остались без связи. Также технические специалисты рекомендуют перезагрузить мобильные телефоны. Наталья Филимонова, Любовь Шевченко, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ.
Значительно больше платить за отопление придется нынешней зимой тем собственникам жилья, кто не позаботился об установке общедомового прибора учета тепловой энергии. Об этом информируют представители ресурсоснабжающих и расчетных организаций. Подробности в следующем материале. Начавшийся 15 сентября отопительный сезон станет первым, когда санкции, предусмотренные правилами предоставления коммунальных услуг, будут применяться при расчетах за тепло. Если общедомовой прибор учета отсутствует, норматив потребления увеличивается на повышающий коэффициент. В 2016 году его размер 1,4. Это значит, для тех собственников, которые имеют обязанность, установленную законом, установить общедомовые приборы, которые этого не сделали, при расчете плата за отопление будет увеличена на 40% вот в этом году. Это будет в квитанции выделено отдельной строкой. По словам заместителя директора «Тагилэнерго» Ольги Краевой, управляющие компании и товарищество собственников жилья не могут похвастаться исполнительностью в вопросе установки теплосчетчиков. В зоне поставок муниципального предприятия ими оборудованы только 30% многоквартирных домов. Принятые меры должны повлиять на ситуацию и в первую очередь заставить жителей проявить ответственность. Так или иначе, это в их интересах. Мы ждали очень долго ресурсоснабжающей организации, когда это произойдет. Закон нам давал возможность этого ожидания, мы жителей не трогали. Теперь счастье закончилось и начинаем выставлять повышающие коэффициенты. То есть 1,4 будет выставляться жестко. Повышающий коэффициент не применяется в домах, где нет технической возможности установки приборов учета, ветхих и аварийных. В 2017 году величина повышающего коэффициента поднимется до 1,5. Алексей Алексеев, Александр Штраух, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ. Реформам регионального правительства быть. Сегодня уставная комиссия одобрила инициативу Евгения Куйвышева. Глава региона может возглавить областное правительство. Губернатор займет место премьер-министра в целях заявленной оптимизации и повышения эффективности вертикали власти. Двух первых заместителей он назначит по согласованию с Заксобранием. Остальных трех – самостоятельно. Уже завтра, 13 октября, инициативу рассмотрит профильный комитет регионального парламента. В случае одобрения законопроекта комитетом, он будет уже в понедельник, 17 октября, вынесен на внеочередное заседание ЗАГСО, однако до сих пор не опубликован сам текст поправок в региональный устав. К другим темам. За лето в лесах под Нижним Тагилом заблудились 56 тагильчан, как сообщает агентство «Новый город» со ссылкой на Центр защиты населения Нижнего Тагила. В 22 случаях отряды спасателей выходили на поисковые операции. 21 любителя тихой охоты удалось найти. Двое грибников, пропавших в конце сентября, начале октября, так и не найдены. Информация о них передана в Управление внутренних дел. Отмечается также, что в прошлом году в службу спасения поступило 60 сообщений. Поисково-спасательные работы проводились в 37 случаях. Капсулы времени. Ценные экспонаты переданы на хранение в музей-заповедник Горно-Заводской Урал в разное время. Они как будто протягивают нить из прошлого в будущее. Что зашифровано в посланиях и когда их тайны будут раскрыты? Специальный репортаж к 175-летию музея. Весимо-Луглинская находка – это прежде всего чугунный цилиндр, который был закупорен пробкой. Пробка со временем разбухла от воды, и поэтому, чтобы цилиндр открыть, необходимо было уничтожить его верхнюю часть. Эта капсула времени была найдена в мае 1946 года в Весимо-Уткинске, когда размыла плотину. Там был обнаружен чугунный цилиндр, прикованный к основанию строения цепью. Внутри чугунного цилиндра оказалось два других цилиндра, гораздо меньшего размера. Это цилиндр свинцовый и в нем цилиндр медный. В последнем были документы 1872 года о работе Весимо-Уткинского завода, штате служащих, чертежи машин, а также письмо потомкам, написанное управителем завода Евстафием Карловичем Нитте, в котором предлагалось сравнить, насколько далеко они шагнули в развитии науки и техники от их времени. Для нас очень ценно то, что было внутри медного цилиндра. Безусловно, эти документы изучали историки, изучали ученые. Они дали очень много плодов, очень много хороших результатов. Сейчас мы знаем о том, что было на Весимо-Уткинском заводе в 70-е годы позапрошлого века. Знаем людей, которые работали на этом заводе. Знаем образцы металла, которые выпускались на этом заводе.
1994 году в музей капсулу передала Александра Ивановна Краева, комендант здания администрации города. Она была создана 6 мая 1975 года в честь 30-летия победы в Великой Отечественной войне. Так звучит надпись на историческом цилиндре. Капсула уже открыта, в ней хранится отчет нашей комсомольской организации будущим потомкам, его уже прочли, изучили и опубликовали. О достижениях промышленности на 1975 год, о лидерах промышленных производств, о продукции, о выпуске. Не все капсулы времени, хранящиеся в фонде музея, вскрыты. Есть одна, содержимое которой только еще предстоит посмотреть и изучить. Вскрыть капсулу 10 августа 2019 года в день столетия Нижнетагильской городской комсомольской организации. На капсуле гравировка. Комсомольцам 21 века от участников торжественного митинга, посвященного открытию памятника первым комсомольцам Нижнего Тагила. Капсула была передана первым секретарем ГК ВЛКСМ в 1981 году Духовниковым. В ней хранится послание потомкам. Вообще надеемся, что состоится торжественное вскрытие капсулы. В этом году, 29 октября, комсомольской капсуле времени исполнится 35 лет. Все это время она хранится в особых условиях при температуре 16-18 градусов и влажности не более 50%. Здесь, в нижнем Провианском складе фондохранилища музея, находится капсула времени. Какое послание потомкам скрыто в ней, узнаем в 2019 году. Ольга Фатыхова, Вадим Усков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ. Нижнетагильская филармония открывает свою академию. Музыковеды и музыканты коллектива «Демидов Камерата» будут учить тагильчан понимать классику. Кто может поступить на курс, сколько учиться и когда стартует пилотный просветительский проект, знает Антон Исаев. Эдвард Грик, «Сюита Пергунд», «Утро». Эта мелодия знакома многим, но точно назвать композитора смогут не все, а проанализировать музыкальное произведение только музыковеды. Нижнетагильская филармония в новом сезоне открывает собственную академию, серию просветительских концертных программ. На сегодняшний день у филармонии появилась возможность, во-первых, появился ресурс, у нас есть замечательный оркестр «Демидов Камерата», и вместе с музыкантами оркестра и замечательным музыковедом Надеждой Ямашевой нам в голову пришла вот эта идея создать целую серию концертных программ, которые мы назвали «Филармонической академией», где будет звучать не только изумительная музыка, и очень понятная, очень яркая, но и мы сможем рассказать о структуре, о содержании этой музыки более подробно. Поступить в филармоническую академию может любой тагильчанин. Каждое занятие концертная программа рассчитана всего на час. Первым композитором, которого изучат на курсе, станет Эдвард Грик. У нас 4 программы в этом сезоне. Заканчивается эта программа в апреле. Последний концерт будет. И все те, кто побывает на этих концертных программах, они смогут сделать отметку в своем абонементе и потом получить сертификат слушателя филармонии, где действительно подтвердить то, что они познакомились с этими произведениями. Филармоническая академия начнет свою работу в ближайшую субботу, 15 октября. Расписание концертных программ смотрите в афише Нижнетагильской филармонии. Антон Исаев, Вадим Усков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ. И о валюте на завтра. Официальный курс доллара США на 13 октября 62 рубля 58 копеек. Евро 69 рублей 11 копеек. В банках Нижнего Тагила самый выгодный курс продажи доллара США 62 рубля 75 копеек. Покупки 62 рубля 58 копеек. Единую европейскую валюту можно приобрести за 69 рублей 15 копеек. Реализовать за 69 рублей 2 копейки. Выпуск продолжит новости спорта. О самых интересных событиях вы узнаете буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Волейбольный сезон в Нижнем Тагиле стартовал накануне в спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург-форум». Прошел первый матч «Уралочки» НТМК. Соперницами тагильчанок стали воспитанницы «Метара» из Челябинска. Кому удалось порадовать фанатов, знает Анна Хабарова.
Первый матч «Уралочки» НТМК на домашней площадке собрал полный зал. Болельщики волейбольного клуба соскучились по игре любимой команды. Вооружившись барабанами и палками, поддерживали тагильчанок как могли. Фан-клуб не пропускает ни одного матча местной сборной. На последней встрече с «Уралочкой», которая простоялась, мы задали вопрос, что не мешает ли наш барабан команде. Ответ мы получили положительный, что игра, барабан нисколько не влияет, наоборот поддерживает команду, что подбадривает ее. Ну да, стараемся сильно не шуметь, когда подача наших девочек подбадривает барабаном потихоньку. Но когда уж забили гол, тогда идет ход все, и палки, и барабаны, все. Челябинский «Митар», по признанию самих тагильских волейболисток, соперник не такой уж и сложный. Однако с самого начала матча оппонентки хозяек площадки заставили поволноваться. Спортсменки с Южного Урала вырвали победу в первой партии со счетом 25-22. В первом сете мы очень удивились, почему так произошло. Потому что до этого мы 4-0 выиграли в товарищеском матче эту команду. То есть мы с ними уже знакомы. Ну, я думаю, что все равно это первая игра получается у нас. То, что у болельщики вообще первая игра сезона, волнение. Ну, далее мы с ним справились, и вышло вот такой результат. Во второй партии ситуация на площадке кардинально изменилась. «Уралочка» НТМК взяла полностью контроль над мячом и с отрывом вырвала победу 3-1. Самой результативной волейболисткой матча стала доигровщик тагильчанок Ксения Ильченко. На ее счету 20 очков, почти треть от всех, набранных командой в этой игре. 4 очка в копилку сборной принес новый игрок, блокирующая Наталья Шершакова. Исходом матча главный тренер Николай Карполь остался удовлетворен. Здесь ничего не скажешь. Нужно готовить команду, чтобы она имела игровую подготовку. У нас новая команда, и нужно время, чтобы немножко сыграться, нужно время, чтобы было лучше взаимодействие. И, да и форма еще не та, в которой нужно быть. Мы очень мало провели игр, поэтому дальше, думаю, будет немножко лучше получаться. Надеюсь. В следующем туре «Уралочка» НТМК будет играть с московским «Динамо». Матч тагильская волейбольная сборная проведет на выезде 17 октября. Анна Хабарова, Александр Штрох, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ. Порадовали своих болельщиков накануне и тагильские хоккеисты. «Спутник» завершил выездную серию победой над «Звездой» из Чехова. Фармклуб ЦСКА уступил оранжевым в овертайме 4-5. В первом периоде хозяева льда дважды огорчили нашего вратаря. Отличились Андрей Кузьменко и Вячеслав Основин. Гости тут же ответили шайбой. Первая удачная атака на счету Алексея Князева. Перевес в две шайбы реализовали во второй 20-минутке наши оппоненты, но бобры стали догонять. С разницей в несколько минут в ворота чеховской команды влетели 3 шайбы. За 7 минут до финального свистка соперники сравняли счет, но точку в серии послематчевых буллитов поставил тагильчанин Константин Фомичев. На домашней площадке наша ледовая дружина сыграет в субботу 15 октября. «Спутник» встретится с «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Такова была информационная картина дня. Следующие выпуски новостей смотрите в 23.00 и в 3 часа ночи, а также в 7 часов утра на Тагил ТВ 24. А мне остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 41 95 51 или пишите на сайте tagil-tv.ru. За темы, которые лягут в основу репортажей, дарим призы. Спонсор рубрики – компания «Арт Медиа Групп». Всего доброго. Спасибо за внимание.